Вспышка кишечных инфекций возможна этим летом в Иркутске. Заболеть гепатитом или дизентерией рискует каждый, кто решит искупаться в заливе Якоби, одном из самых популярных мест отдыха горожан. Вода в нем не соответствует нормативам. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. В пробах количество микробов превысило допустимые показатели, а это прямой путь к целому букету тяжелых инфекционных заболеваний. Причиной плохого качества воды могло стать большое количество грязи и мусора. К слову, дно водохранилища до сих пор не обследовано водолазами. И какие еще неприятные сюрпризы могут таиться в заливе, неизвестно. В любом случае, купание там сейчас опасно. Сделать выводы о состоянии воды в других популярных местах отдыха специалисты Роспотребнадзора обещают к концу этой недели.